Ну что, друзья, спасибо за то, что вы смотрите наши новости каждое утро. Мы стараемся делать для вас интересные новости о российских звездах шоу-бизнеса. Вы, наверное, заметили о том, что на телеэкранах наших телевизоров давно не видно известного советского российского певца и музыканта Вадима Казаченко. В последнее время этим певцом мало кто интересуется. Его не зовут на выступление. За него, можно сказать, забыли все. Но сегодня рано утром мы чисто случайно узнали о том, что с певцом Вадимом Казаченко произошла трагедия. Уже более 2 недель Вадим Казаченко проходит лечение в одной из больниц города Москвы. У него серьезные проблемы с позвоночником, он повредил его во время проведения хозяйственных работ у себя на даче в Подмосковье. Что же произошло на самом деле с нашим артистом, пока неизвестно. Сейчас мы пытаемся установить связь с его супругой для того, чтобы узнать подробности. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.